Прическа с бусинками на линии пробора с работой над ошибками и сразу два варианта исполнения. Давно мы не делали пробор зигзаг. Сделаем его по центру до середины головы. Отделяем прядь для первой косички. Мы сделаем их 4. Чтобы было симметрично, сразу делаем такой же пробор с противоположной стороны. Отмеряю нанизанными бусинками, где буду заканчивать косы, и заплетаю их ближе к пробору одним плетением. Показываем. Волосы сбрызнуть водой, расчесать, лишние убрать резиночкой. Выделить прядь для нанизывания бусинок. Начинаем плести. Прядь делим на 3 части и плетем косичку. Пряди заплетаем под низ, каждый раз добавляя с двух сторон небольшое количество волос. Держим крепко, подтягиваем к корням волос, чтобы косичка не провисала. Стараемся выделять равное количество волос. Прическа делается по времени так же быстро, как плетение двух кос, потому что наши 4 косички мы плетем только до середины головы. Чтобы удобнее было потом все соединять, проплетаем косу без подхвата волос. Временно фиксируем резиночкой. Добавляем немного волос в прядь для нанизывания бусинок и заплетаем последнюю косичку таким же плетением. Стараемся плести ближе к пробору. Расческа поможет убрать все неровности. Делим волосы для нанизывания бусинок пополам и смачиваем водой. Бусинки нанизать на леску или плотную нитку в 2 сложения. Край завязать, чтобы бусинки не скатывались. Петельку набросить на прядь волос и протянуть нужное количество бусинок. Я снимаю половину, мой ориентир – желтая бусинка-сердечко. Фиксируем прядь с бусинками вместе с косичками силиконовой резиночкой под цвет волос. Аналогично делаем с другой стороны. Если возникли сложности с нанизыванием бусинок на волосы, советуем посмотреть наше видео на эту тему. Ссылка уже на экране телефона и будет в описании под видео. Снимаем временные резиночки. Волосы сзади соберем перевернутыми хвостами.
Быстро и очень красиво получается. Хвостики не нужно затягивать, чтобы легко было его перевернуть. Украшаем разъемными бусинками в поддержку нашей темы прически. Они легкие, металлические, легко соединяются до нужного диаметра. Пока мы доделали прическу, бусинки провисли, значит, они слишком тяжелые. Мы не скрываем ошибки, потому что на чужих ошибках учиться приятнее. Чтобы у вас такой ситуации не возникло, можно сразу использовать самые легкие бусинки. Их можно легко изготовить самостоятельно из коктейльных трубочек. Чтобы на волосах они лежали ровно, делайте разрезы под прямым углом и начинайте нанизывание с бусинки с маленьким диаметром отверстия. Место фиксации пряди с косичками украшаем разъемными бусинками. Из трубочек можно делать бусинки любой длины, чередовать цвета, смешивать с черными и прозрачными. Получается оригинально и красиво сочетается с любым нарядом, ведь ассортимент цветов огромный. Вторую половину прически нам пришлось переделать, поэтому показываем вам еще один вариант, как быстро собрать волосы. Делать будем хвостики, но фиксировать будем бусинкой на резинке. Достаточно продеть резиночку сквозь бусинку и накинуть один край резиночки на другой петелькой. Прядь обхватывается этой резиночкой и накидывается как петелька на пуговку. Подписывайтесь на наш канал, впереди много интересных причесок и полезных советов. Оставляйте комментарии, потому что для нас очень важно ваше мнение. Спасибо за лайк, если прическа была вам интересна.